Правоохранители Донецкой Народной Республики призывают граждан к бдительности. Сотрудники полиции рекомендуют придерживаться простых правил, которые помогут снизить риск стать жертвой уличных преступников. В темное время суток не сокращайте путь через переулки и дворы. Лучше пройти лишние 50-100 метров по освещенным улицам. Ценные вещи и деньги необходимо носить во внутренних карманах одежды. При приближении шумной компании лучше перейти на противоположную сторону улицы и крепче держать сумочку. Не пересчитывайте деньги на улице и не носите кошелек в руках и во внешних карманах, откуда злоумышленники могут его легко похитить. Перед тем, как снимать деньги в банкомате, оглянитесь по сторонам и убедитесь в отсутствии незнакомцев рядом. Помните, что ваша бдительность поможет избежать неприятных ситуаций. Если вы все же стали жертвой преступников, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 102. Чем раньше вы сообщите о произошедшем, тем проще правоохранителям будет задержать злоумышленников по горячим следам.